Профилактический рейд накануне школьных каникул проводят сотрудники госавтоинспекции в Гжеле. Сотрудники напоминают водителям о том, что необходимо перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Также они дарят световозвращатели водителям и пешеходам. Профилактический рейд называется «Ребенок-пассажир-пешеход». Проводится мероприятие в преддверии и в дни школьных каникул. Инспекторы останавливают автомобили и проверяют их на наличие детских кресел, а также правильность их установки в салоне машины. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют правильному применению ремней безопасности водителям и пассажирами. Сегодня на территории обслуживания 14-го батальона ДПС проводится мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Накануне школьных каникул инспектора дорожно-патрульной службы проводят профилактические беседы с водителями о правилах перевозки детей и требованиях использования детских удерживающих устройств согласно возрастной категории. Одновременно сотрудники ДПС работают и с пешеходами, напоминают им основные правила. Перед выходом на проезжую часть нужно обязательно убедиться, что переход безопасен. Водители остановились. Снимать перед переходом наушники и капюшоны, чтобы полностью контролировать ситуацию. Рейды «Ребенок-пассажир-пешеход» продлятся до окончания школьных каникул 26 ноября. Ольга Неаполитанская, Александр Майоров, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.